Где же эта Виолетта? Не знаю, но я так хочу, чтобы она уже пришла. Она, наверное, как всегда, опаздывает. Или прогуливает. Даже не смейте так говорить о Виолетте. Тихо, кажется, она поднимается. Опять сейчас шоу начнется. Ага. Привет, неудачники. Ты сегодня выглядишь просто шикарно. С каждым днем становишься все лучше и лучше. Что и требовалось доказать. А что это у вас в пакетах? Подарки. Тебе 100% понравится. Так, что тут у нас? Понятно. Так, новая косметика и шмотки. И почему это дарит подарки ей, а не мне? Ну знаешь, я бы тоже от такого не отказался. Что? Тебе ведь понравились подарки, правда? Честно говоря, могли бы купить и получше, и подороже. Виолетта уже совсем обнаглела. Ну, чё стали? Валите давайте! Эх, хорошо. Какая же у меня сегодня шикарная укладка! Ева, ты чё? Ева, ты в порядке? Смотри, куда идёшь! Всю прическу мне испортила. Виолетта, ты хотя бы извинилась. Аня, а ты вообще не вмешивайся в чужие дела. Со мной нормально всё. И это нормальное поведение Виолетты. Ева, я все видел, ты специально подбила Виолетту. Я тоже все видел, во всем виновата Виолетта. Да она просто неудачница, вот и все. То есть ты хочешь сказать, что ты успешнее Евы? Конечно, да. Может, я не такая красивая, как ты, но я тебя гораздо успешнее. А давайте устроим баттл на 24 часа и посмотрим, кто из вас на самом деле круче. Знаете что? А я согласна. И я. И помни, ты всегда должна быть на моей стороне, иначе я не выиграю. Ты шутишь, что ли? Я всегда буду голосовать только за тебя. И что ты будешь делать, когда Виолетта выиграет? Ну уж спасибо, подружка, за веру в меня. Эй, ну я ведь стараюсь. Виолетта, Ева, вы готовы к первому раунду под названием «Съедобный челлендж»? Ну как можно быть не готовой к собственной победе? Как вкусно пахнет! Походу придется все делать без помощи друзей. Вот. А теперь давайте проверим, кто же из вас вкуснее готовит. Вы только посмотрите на мой шедевр. Вкуснотища! Походу, этот запах был от блюда Евы. И что это ты приготовила? Полезную еду. Ева, теперь твоя очередь. Виолетта, смотри и учись. Я аж проголодалась. Давайте уже быстрее, я не могу ждать. Честно говоря, мне больше понравились морковка, конечно же. И мне. Прости, Ева. Что? Аня, но я ведь видела, что моя еда тебе больше понравилась. Булочки, конечно, отпад, но ты туда добавила корицу, а я ее не люблю. Yes. 1-0. Тебе осталось победить всего лишь в нескольких раундах. Ева, ну прости. Не трогай меня. Пока-пока. Я еще им всем покажу. Как же хорошо, что хотя бы мы с тобой не ссоримся. И ничто не сможет стать между нашей дружбой. О, Виолетта, хотел тебе кое-что сказать. Что-то с дверью не так. Ай! Прости меня, пожалуйста, я правда случайно.
А я тебе уже 100 раз говорила, что ты жутко рассеянная. А, Ева, ты же в очках стояла, что и в них уже ничего не видно. Эй, следи за тем, как ты с Евой разговариваешь. Но я ведь правда не хотела. Артем, так что ты мне хотел там сказать? Да, точно, а я это... забыл. Из-за нее. Ну хватит уже. Перестань обижать Еву. Надеюсь, после этой записки Ева меня простит. Может и простит, но победит точно Виолетта. Нет, Ева! Нет, Виолетта! Ева! Виолетта! Сава никогда не замечала, что ты такой сильный и красивый. Что ты делаешь? Ты ведь прекрасно знаешь, что у меня есть Ева! А это она просто хочет показать, что может заполучить любого парня. Будто бы это неправда. А я так вообще-то тоже могу. А, Артем, ты такой, ну, такой... Ну, какой? Ну, такой... Надо будет потом почитать, как правильно с парнями флиртовать. А вот так, значит, ты Ева со мной? Сава, ну так что, может быть, сходим куда-нибудь? А знаешь что, Виолетта? Пошли! А я не хочу с Евой один на один оставаться. И я с вами. Мальчики. И, кстати, счет у нас уже 2-0. Ха! 2-0. И я осталась одна. Ты вообще-то меня поцарапала. А ты разбила мою любимую палетку. Ну все, все, прости. И ты меня, не стоило нам все это начинать. Я всего лишь хочу поддержать Еву, и все. Точно так же, как и я Виолетту. А где-то вы пропадали? На свидании. С кем? А это мы уже вам не скажем, секрет. Только помаду себе все размазала. Придется смывать. Сава, ты вообще в своем уме? У тебя же Ева есть. Она уже сделала свой выбор. Мальчики, ну вы, конечно, крутые. Я знал, что ты заценишь. Вы нормальные? Аня, да что ты так паришься? И так уже всем понятно, что Ева не успешнее Виолетты. Так что предлагаем и тебе перейти на нашу сторону. Да что вы за люди такие? Она, наверное, где-то сидит и плачет. Я в это не верю. Не веришь? Так пошли поищем ее. Ничего они еще в этой жизни не понимают. Сами еще к нам прибегут. Я и правда неудачница, никто меня не любит. Вот видишь, я была права. Ева, а мы тебя везде ищем. А не стала меня искать, иди ты лучше к своей Виолетте. Но зачем ты так с нами, мы же пришли тебя поддержать. Нам никакая Виолетта не нужна. Она вам явно больше нравится, чем я. Ева, не говори глупостей. С этого момента мы только с тобой. Обещаете? Обещаем. Объявляю раунд под названием «Таланты». Давайте уже начинать скорее, а то я есть хочу. Ева, давай ты первая. Отлично. Назову это «Веселая математика». Another broken plate. 1 + 6 = 7. Очень смешно. Чё за бред? Виолетта, а теперь ты. Ну а я назову свой талант тусовщица. Я все. Доказать. Как так-то? Виолетта, ты умница. А теперь, чтобы все было максимально честно, устроим тайное голосование. Ева, теперь ты точно выиграешь. Надеюсь. Даша, давай шевелись уже. Я обязана победить. Итак,
в этом раунде побеждает Виолетта! В смысле? Как Виолетта? Ура! Со счетом 10-0. Так вы двое даже за меня не проголосовали? Я тебе честно говорю, я написала Ева. Да успокойтесь вы, и так было понятно, что Виолетта победит в этом раунде. А почему тогда голосов 10, если нас четверо? А каждый голосовал столько раз, сколько хотел. Это нечестно, ты нам об этом не сказала. Да какая разница уже, все равно счет 3-0 в мою пользу. Это провал. Арсен Георгиевич написал, чтобы мы сегодня позанимались сами. Хотя бы отдохну от этих всех уроков. Не зря я люблю физру. Вы как хотите, а мне нужно подкачаться к лету. Так долго не одевал эту форму. Жесть. Ого, что-то я прям перехотел спать. Обалдеть, Виолетта, ты как всегда красотка. Да, тебе эта форма очень идет. Спасибо, но я это и так сама знаю. Аня, ты что делаешь? Мы же Еве пообещали, что мы будем за нее. Ты только посмотри на Виолетту, какая она крутая. Может, ты и права. Ага. Вы что все застыли? Работаем, работаем. Ну как можно тренироваться, если от тебя невозможно глаз оторвать? Можем вместе поиграть с тобой во что-то. И меня с собой возьмите. О, этого мне только не хватало. Как же все-таки здорово, что Аня и Сава мои друзья. И они меня точно не променяют на Виолетту. Они ведь мне обещали. Кстати, забыла предупредить. В спортзале у Виолетты с Евой будет спортивное соревнование. Я-то за, но где эта заучка? Может, ее опять в школьном туалете закрыли? Я вам даже не скажу, где она, потому что сама не знаю. Я тоже не в курсе. Тогда победа автоматически становится моей. Ха. Ну, в принципе, Виолетта права. А некоторым просто не стоит пропускать уроки физкультуры. Но тут мы ей точно не могли бы помочь. Так что, думаю, она не обидится. Счет 4-0, и я с собой довольна. У нас осталось 15 минут до сдачи этих дурацких тестов. Ты шутишь? Я понятия не имею, как это решать. Если я его не напишу, мне дома капец. Не тебе одной. Кажется, я знаю, кто нам поможет. Вы так в последний раз на меня смотрели, когда разлили суперклей на мой стульчик. Не было такого. Угу. Ребята, помогите! У меня папа к стулу приклеила! Ну помогите же мне! Вот как было! И вообще, вы любите надо мной поиздеваться! Но это же было давно! Ева, а ты не хочешь нам с тестом помочь? Ах, вот почему вы такие хорошенькие резко стали. Ну, пожалуйста, это очень срочно. Проси все, что хочешь. Все, что хочу? Тогда вы должны сделать так, чтобы в батле с Виолеттой выиграла я. Договорились. Теперь можно целый месяц ничего не делать и не париться за оценки. Зато теперь я смогу победить Виолетту. Стоп, ты что, реально нам поверила? Ну ты наивная. В смысле? Вы что, меня обманули? Ну не обманули, а пошутили. Я ничего не понимаю. Ты бы видела сейчас выражение своего лица. Оказывается, Ева, ты такой ребенок. Наивная ребенок. Успокойся, а? Да как с вами вообще можно общаться? Истеричка! Ева, ну все, ну хватит. Что там уже с ней? А ты возьми, послушай. Ну я вообще-то, и меня обманули. Вот
вообще не понимаю, что она говорит. Мне ее даже как-то жаль стало. Она узнала то, что мы не сдержали наше обещание. Аня, это все из-за тебя. Из-за меня? Да ты когда Виолетту видишь, то у тебя слюни текут. Вранье! Это ты меня так настраиваешь. Давайте хотя бы вы ссориться не будете. А то нам и так хватает. И вообще, я считаю, что Виолетта выигрывает нечестно. Тоже верно. Вы сначала за Виолетту, потом против. Определитесь. Кажется, я знаю, как можно решить этот вопрос. И как же? Последний раунд, в котором тот, кто победит, может получить не один балл, а целых 4, чтобы все было по-честному. А в чем суть раунда? Виолетте нужно стать ботаншей, а Еве звездой школы. Поменяться местами, что ли? Типа того. И где это все мы можем устроить? Как это где? У Евы дома. Идея хорошая, но тут реально надо голосовать честно. Осталось только предупредить девочек. Последний раунд. Если я и стану ботаншей, то самый крутой. Последний раунд. Они что, опять меня решили посмешищем выставить? У меня даже одежды подходящей нет. Мама пришла. Точно, она и мне сможет помочь. Мама! Все помнят, о чем мы с вами договаривались? Да, ты уже 7-й раз спрашиваешь. Мне так интересно, кто же победит. Сомневаюсь, что Ева, но посмотрим. Девочки, вы готовы? Да, готовы. Приветик. Ева. Сава, ну ты же в гостях. Ева, ты так офигенно выглядишь. Аж непривычно как-то. Нет, ну и тебе непривычно. Чего это? Вдруг они обращают внимание только на Еву? Давайте уже быстрее заканчивать этот батл! Да не торопитесь так! Нам все равно с ребятами надо будет все обсудить! Давайте только недолго! Мы готовы! В общем, после долгих споров мы сошлись на мнении, что в батле... Даша, давай ускоряйся, без лишних этих слов! Виолетта, потерпи! Так вот, побеждает Виолетта! Ура, ура, я стала, ура! Ну, конечно, кто бы сомневался! Ева, ты сначала до конца дослушай! Но в последнем батле побеждает Ева! Вы серьезно? Вы не шутите? Кто? Она? Получается, побеждает дружба! Вот-вот, поэтому вам стоит помириться! Вы обе классные, но каждая по-своему! Ну давайте уже, обнимитесь! Ну, ребята, разве вы не знаете, что Виолетта терпеть меня не может? Ева, ты серьезно так считаешь? Какая милота! Аня, а я-то тут при чем? Ты просто всегда сама с меня издеваешься. Да это у меня юмор такой. Как можно было еще не привыкнуть? Хорошо все, что хорошо заканчивается. А теперь давайте уже поедим. Стоп,